Самые длинные школьные каникулы проходят для краснокамских ребят активно и с несомненной пользой от игр на свежем воздухе. И присоединиться к этим развлечениям могут все желающие мальчишки и девчонки без исключения. Дважды в неделю районный отдел культуры организовывает для них летнюю игровую площадку «Сундучок игр». Здесь игры, развлечения, мастер-классы и призы. Все, что нужно для яркого и нескучного лета. Ой, какие молодцы! Поворот и обратно. Также к организации летнего отдыха для детей подключилась служба семьи Краснокамского района. Ее сотрудники провели для ребят и их родителей традиционные мероприятия «Семейный выходной». Мальчишек и девчонок ждали интересные игры и конкурсы. И, конечно же, призы и подарки. Специалисты службы семьи в Краснокамском районе очередной раз провели мероприятие «Семейный выходной». В программе мероприятия предусмотрены спортивные и познавательные игры, викторина на тему «Лето – это здорово», загадки про здоровый образ жизни, изучение семейных правил и семейного бюджета. Наша задача – организовать полезный и интересный отдых для семей, чтобы дети получили заряд бодрости, хорошее настроение и положительные эмоции. Также напоминаем о том, что с 1 июля по 31 августа проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Цель данной акции – помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить ребенка в школу. Просим поддержать данную акцию и принять активное участие. Кто-то скажет, до конца лета всего один месяц, а другой возразит – еще целый месяц. Да, еще месяц игр, веселья и беззаботной радости. А специалисты разных служб, отделов и организаций Краснокамского района помогут ребятам сделать этот оставшийся месяц летних каникул самым ярким, нескучным и запоминающимся.